ИРЖ увеличивает объем финансирования социальных проектов. Накануне представители евразийской группы, группа компаний, в которую входит крупнейшее горнорудное предприятие ССГПО, подписала меморандум с акиматом Кустанайской области, согласно которому будет выделено более 3,3 миллиардов тенге. Средства пойдут на развитие городов и поселков Кустанайской области, ремонт дорог, домов культуры, спортивные площадки. Подробности в нашем материале. Уже 25 лет компания ИРДЖ работает в Казахстане, и все эти годы ни разу не забыла о социальной ответственности. Ежегодно объемы финансирования самых различных проектов, направленных на развитие городов и поселков, растут. В этом году евразийская группа, в составе которой ССГПО, намерена вложить в развитие области больше 3,5 миллиардов тенге. Сегодня меморандум с акиматом области будет подписан на сумму 3 миллиарда 300 миллионов. В 2018 году сумма инвестиций составила 2 миллиарда 900 миллионов тенге. Самое главное снижение тарифов для населения, например, города Рудного, по теплу. Мы, то есть, утвердили высокий тариф, благодаря тому, что ЕРЖ выделяет 900 миллионов тенге, они остаются на прежнем уровне. Для города Аркалык и районов, которые находятся в Тургайской части, у нас в южной части области, снижает электроэнергию, например. Кроме того, дворец молодежи, на моем отчете его холодный запуск произвели, но официальное открытие будет где-то 11 апреля. Будем проводить там вечер с меценатами, вручать будем, и будет открытие официальное. Полностью за свои деньги евразийская группа построила. Средства направят на капитальный ремонт тепловых сетей Рудного, приобретут новые пассажирские автобусы. Лисаковский реконструирует городской стадион, а для больницы поселка Качар купят две машины скорой и новое оборудование. Это лишь малая часть запланированного. Мы планируем дать ССГПО новую жизнь. Мы планируем и ставим перед руководством и компанией, и ССГПО очень амбициозные задачи по увеличению производства, причем увеличению значительному, не на 10, не на 20%, а в разы. И поэтому у нас уже есть абсолютно четкое понимание, как мы это будем делать. Поэтому мы считаем, что Костанайская область есть, была и остается для нас приоритетной. Аким области, в свою очередь, отметит, государственные органы должны сегодня создавать максимально комфортный инвестиционный климат и условия для развития бизнеса. За последние 5 лет на благотворительность и спонсорство ИРДЖ направила больше 107 миллиардов тенге. Анастасия Хвалина, Жасулан Сыздыков, телеканал Кустанай.